Я... Привет, два вопроса. С кем у тебя из хозяев сильная связка дружбы? И сколько СМ-член в обхвате? Наверное, с Данилой, с Лехой. Да, блядь, со всеми нормально. Со всеми нормально общаюсь. Я бы не выделил бы кого-то, просто с Данилой. У нас, он когда только начинал, мы начали вместе с ним стримить, и у нас вот такой, у нас до этого, до хозяев, у нас вот такой чуть... Охуенный коннект у нас с Данилой, и в целом и с Лехой, блядь, и с Саней, и с Костей, и блядь. Но вот с Саней мы немного общаемся, фреймтеймером. С фреймтеймером мы очень мало общаемся, но в целом, когда с ребятами, мы можем там перекинуться словами, перекинуться темами какими-то, да-да. Вот с Саней меньше всего, наверное, общения.